Мы говорим о том, что учиться, учиться, хотя это, в общем, звучит как какая-то тавтология, самый настоящий просто вызов, который мы должны на себя принять, если мы хотим преуспевать, если мы хотим добиваться результатов. Если вы относитесь к обучению новым навыкам, новым способностям, новым каким-то сферам деятельности, технологически, методологически, да, то есть вы хотите изучить, как вам изучить, то в этом случае вы не испытываете ужаса из-за того, что вы столкнулись с новым, потому что у вас есть навык получать новые знания и организовывать их, и превращать в рамках практической деятельности в конкретные результаты. То есть у вас формируется универсальный способ защиты от своих собственных подсознательных отговорок. Если вы знаете, что у вас есть навык обучиться чему угодно, что вы действительно можете освоить самые разные сферы деятельности, сталкиваясь с новой сферой, вы не сталкиваетесь с новым, у вас есть проверенный инструмент, как освоить эту сферу, как в ней разобраться.